Всем привет! С вами снова я, Наталья. Сегодняшнее видео я посвящу вновь ультразвуковой чистке лица. В этом видео я хотела бы вам показать сам процесс ультразвуковой чистки лица. Сейчас я пойду подготовлю свое лицо к процессу чистки. Мы снова с вами встретимся. Итак, я очистила свое лицо обычным своим способом. Убрала все остатки макияжа. Дальше я очистила лицо с помощью легкого пилинга. Обычно я это делала вот таким пилингом, который я вам уже показывала от Мерджерей, пюре, энзимный пилинг. Но сегодня я попробовала вот такой пилинг. Я его купила в магазине Pix Price за 38 рублей. Решила попробовать. Это фруктовый пилинг для лица. Пишут, что мягкий кремообразующий пилинг содержит нежные абразивные гранулы, которые массируют и шлифуют кожу, удаляя с поверхности отмершие клетки и труднодоступные загрязнения. Фруктовые кислоты и энзим папаи в составе пилинга ослабляют сцепление клеток и позволяют приобрести более глубокое очищение. На самом деле, впечатления у меня от него пока очень неплохие. Итак, начнем саму чистку. Для этого нам понадобятся косметические обычные диски. Я уже говорила вам, что можно проводить как на вот таком средстве Гамадес. В принципе, это средство можно заменить обычным средством с аптеки физраствор. Либо можно делать какими-то гелевыми структурами, которые предназначены специально для УЗИ-пилинга. Сегодня я буду делать вот таким средством УЗИ-пилинг. Для этого я мочу ватный диск. Смачиваю ту часть, которую я сейчас буду чистить. Обильно смачиваю. И начинаю чистку лица. Как я уже говорила, лопаточку мы поворачиваем к себе, чтобы она, и начинаем вести против роста волос. Если вам видно, то отлетают такие частички. Высохло. Еще раз смачиваю. Я думаю, вам видно, как летит пыль. Это, собственно говоря, не пыль, это именно отмершие частички вашей кожи, которые вы очищаете. Здесь я делаю еще немножечко вот так. На лбу мне достаточно. Итак, пошли по всей части лица. На щечках в обратную сторону. Мне нужно еще немножко намыть. Препарат хорошо шел по вашему лицу. По сухому препарат, во-первых, в принципе не работает, он не снимает ненужные вам кожные покровы. Итак, чистку лица я закончила. Теперь далее. Если у вас есть какие-то крупные черные... Ну вот я немножечко освободила поры, которые не дочистил препарат. И сейчас мы будем делать микромассаж.
Для этого нужен гель-проводник. Опять-таки, у меня есть вот такой гель-проводник от Beauty Style, есть вот такой от Гельтек, и есть вот такой, который я заказывала вместе с самим препаратом. И сегодня я буду делать микромассаж на вот таком вот геле, который для жирной кожи, увлажняющий. Наносим его на лицо. Слой должен быть не очень тонкий. Втирать его не нужно. Его нужно просто разнести по лицу. И опять мы включаем препарат. И уже другой частью лопаточки по массажным линиям проводим микромассаж. За счет ультразвуковых волн косметическое средство хорошо впитывается в кожу, закрывает поры, которые мы открыли при чистке лица. Это вы сразу заметите уже после первой же процедуры. У вас поры будут уже намного меньше. Вот здесь вот побольше. Оно такое дает немножко приятное, теплое ощущение. Скрабер немножечко такой тепленький становится. И вот вы проводите эту процедуру. Процедура абсолютно безболезненная. Впечатление от нее очень приятное. Теперь я переключаю еще и на Иона Форез аппарат. И здесь я не косметолог, там какие-то микротоки, которые тоже очень хороши для нашей кожи. Еще проводим вот эту вот процедуру. Вся процедура займет у вас, ну, максимум минут 15-20. Это максимум. Я всегда эту процедуру закругляю еще и масочкой. Поэтому у меня немножечко побольше происходит эта процедурка. Но я думаю, что моей коже эта процедура очень нравится, потому что внешний вид после этой процедуры нравится очень мне. Продолжение следует...
процедуру очистки и микромассажа я закончила. Сейчас я буду накладывать вот такую вот масочку на лицо. Это маска для лица «Шоколад». Такую масочку еще не накладывала. Сейчас попробую, расскажу обязательно, какие у меня впечатления. Смывать гель нужно. Нужно смыть гель, но не обязательно его прямо тщательно смывать. Нужно просто ополоснуться водичкой и нанести масочку, потому что в этом геле очень много гиалуроновой кислоты. И он, как и положено коже, она ее в себя впитает. Поэтому после процедурки умойтесь, нанесите масочку, и вы будете рады и довольны проведенной вами процедурой. Я была рада, что вы были со мной. Спасибо за внимание. Всего доброго.